Вітаю вас, друзі. Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стопкадр» в студії Ані Дарашевська. Що стало причиною падіння стародавніх цивілізацій, ми дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. І поцікавимось, яку роль в житті людини відіграє традиція. Если взять все цивилизации, Римскую империю, древнеегипетские цивилизации, почему они пали, почему они ушли? Потому что люди морально разложились. Традиция – это не ковыряние в пепле. Традиция – это передача пламени. Община в селе – это как бы ядро, это центр жизни села. Добрая криница исторгла из своего сердца все то хорошее, что она имела. Сьогодні, друзі, ми з вами побуваємо в місці, яке повністю відповідає своїй назві. І познайомимось з людьми, які вміють радіти життю. Я думаю, друзі, ви не будете зі мною спорити в тому, що діти – це наше будущее. І якщо дітей воспитувати в духовності, то тогда из них вырастут хорошие, добрые люди. Именно такие хорошие, добрые люди живут здесь, в селе Добрая Криница, куда мы и приехали на праздник святого Николая Чудотворца. А привела нас сюда дорога и желание пообщаться с настоятелем этой церкви, церкви, которая построена в честь святого Николая Чудотворца. И сегодня наш герой, иерей Андрей Чиженко, расскажет нам, как живут в Доброй Кренице люди, как дети растут, как люди радуются и что больше всего хотелось бы людям этой замечательной и благодатной земли. Сегодня у всех у нас, так бы мовити, День Ангела. У всего Миколаївського краю у нас сегодня храмове свято. А як говорить церковне предання, що святитель Миколай – це самий скорий помощник, самий скорий угодник, і святитель Миколай – він завжди приходить на допомогу тому серцю, тій людині, тій душі, яка його призиває. Особливо він любить діточок, да, ми знаємо. І сьогодні наш храм наповнюється дитячою радістю, діточками, і це слава Богу. Ми сьогодні нашим діточкам дитячого садочка Доброкриничанського подаруємо святу просхорочку і іконочку святого Миколая. А тобі іконочка, дочку, щоб просхорочку треба. І просторочку тримай, поки що Отец Андрей, будьте добры, мы сейчас были свидетелями того, как вы награждали, вернее не награждали, вы в честь праздника святого Николая Чудотворца дарили деткам иконки, так их благословляли, было у вас миропомазание. И вообще вот церковь, я так поняла, что в Доброй Кренице уделяет очень большое внимание маленьким деткам и духовно их опекает, можно сказать, да? Конечно, да, обязательно. То, что это дети, это ну, уже такая всегда фраза интересная, что да, ну, часто, скажем, употребляемая, что дети – наше будущее. Но это ведь действительно так. То есть от очень долгого употребления этой фразы ничего не меняется, потому что и Церковь Божья, и человеческое общество, оно должно продолжаться. И оно будет продолжаться не только, когда мы биологически рождаем детей, но и когда мы прививаем им духовные и моральные ценности. Ведь можно быть цивилизованным варваром, и можно быть цивилизованным, скажем, дикарем. Ну, то есть, как бы, потому что все, если взять все цивилизации, Римскую империю, древнеегипетские цивилизации, почему они пали, почему они ушли? Потому что люди морально разложились. То есть уже эта преемственность поколений, она отпала, она ушла. И как бы люди с каждым поколением деградировали. И, конечно, наша задача нашим деточкам прививать вот духовную целостность. Это очень важно, потому что, как вот хорошо сказано было в Евангелии о расслабленном, которое недавно читалось в пасхальное, так сказать, празднество, в одной из пасхальных недель, что иди, на церковнославянском это звучит буквально «иди за мной и цел будешь». То есть в переводе на русский язык и здрав будешь, но церковнославянский язык, он более полный язык, поэтому, скажем так, будешь цел.
То есть как бы иди за мной, иди вот за Христом, и ты будешь цел. То есть ты будешь полностью целостной личностью, духовно, телесно, душевно, сердечно, эмоционально, умственно, интеллектуально ты будешь целостной личностью. И вот в этом, пожалуй, наверное, самая главная задача, то, что мы должны передать нашим детям. Как вот очень метко сказано, что что такое традиция? Традиция – это не ковыряние в пепле. Традиция – это передача пламени. И мы должны это пламя передать детям. Вот этот факел, зажженный, эту свечечку, зажженную верой Христовой, в их сердцах, в их душах, мы должны им передать. Отец Андрей, вот мы сейчас с вами гуляем вокруг церкви, которая построена в честь святого Николая Чудотворца. И праздник... В честь перенесения мощей святителя Николая Чудотворца. Совершенно замечательный праздник. И здесь была большая служба. Друзья мои, давайте два слова послушаем, что сказал благочинный в день праздника святого Николая Чудотворца. Шановні дорогі брати і сестри, гості, прихожани цього храму цього, де ми зібралися в цей величний день, коли Свята Церква православна святкує величне свято перенесення мощей святителя Николая Мирникинського чудотворця. Іменно перенесення мощей, тому що велике створилося чудо, коли із Мирникинського перенесли в город Бари. Ми бачимо, друзі, що велике чудо створилося в перенесенні мощей. І де коли прийшли мощі до города Бари, те множество людей в перший день отримало зцілення більше 100 з чим до чоловік. Тому що і сьогодні ми святкуємо пам'ять святого Ніколая. Тому що святий Ніколай і благословляє їх путешествуючи, і земне, і воздушне, і по морю, він ось звезди сущий. Тому що якщо взяти його тропар, правило віри образкодиться. І воно кроткий, смиренний, послушний. Він завжди є помощник, заступник. І кожна християнська душа, християнська сім'я, то називається іменами святими, то завжди тримає, хоче тримати християни святою іконою в храмі її. В домівках своїх, для того, щоб молитися і мати покровительство Божих угодників. Отець Андрій, от протоиерей Виталий говорил очень хорошо о святом Николае Чудотворце. Но вообще это такой замечательный святой, которого, я надеюсь, знают все. И наши телезрители тоже любят и почитают этого святого. И церковь Доброй Криницы, она названа в честь святого Николая Чудотворца. Я вижу, что вот уже и крест водружен, и даст Бог, будут купола, правда? Но, конечно, очень-очень еще много нужно делать. Но, отец Андрей, как она была здесь образована? Вы настоятель, как никто другой лучше знаете. Расскажите нашим телезрителям, пожалуйста. Это было, да, спасибо большое. Это было интересное время такое, когда время 90-х годов, да, когда люди после советского, так сказать, духовного вакуума, они возвращались в веру Христову, и храмы открывались повсеместно. Причем самое интересное, что храмы открывались из магазинов, из школ, из каких-то, скажем так, других учреждений, и, которые уже пустовали, соответственно. Да, но, и вот этот храм, например, был устроен из сельского магазина. Это было, по-моему, если мне не изменяет память, вот статут, устав религиозный общины зарегистрирован в 98 году. То есть, а раньше здесь не было церкви, да? Самое примечательное, что раньше здесь церкви не было никогда. Вообще есть, никогда в Доброй Кринице? Не было храма. Почему? Потому что Добрая Криница, вот... Казалось бы, такое название, да, Добрая Криница. Да, это эти два села, Добрая Криница и Виноградовка, они, скорее всего, были образованы из немецких колоний. Это были немецкие колонии. И вот мы, если мы, скажем так, можем обратиться свой взор вдаль. Ну, вот куда? Туда? Вот, туда вдаль? Можно, давайте можно посмотрим. Телезрители, посмотрите. Ну, вот, примерно вот, вот, тот район парка, ну, вот тот район парка, там была кирха немецкая, потому что здесь жили немцы, немцы-колонисты. Да. Поэтому, то есть, основание этого села немцы-колонисты. Да. То есть, а потом уже, когда наши переселенцы пришли сюда жить, там уже было почти советское время, это уже как было время такое сложное, непростое, поэтому, скажем так, этот храм, это первый храм Доброй Криницы. Ух ты, здорово! Это самый первый. И община, которая здесь Божьими силами она подвязается, то это первая община, то есть прошло всего-навсего, вот, без малого, чуть больше, почти 20 лет, да, больше 10 лет, как община. Это очень-очень маленький срок для церкви, для общины, очень маленький, поэтому я хочу, в первую очередь, поблагодарить людей,
которые доброкраянчанцы, которые ходят в церковь, поблагодарить тут православную нашу громаду, православный наш приход, потому что, в частности, это и староста храма Нечипор Валентин Валентинович очень много сделал. Это все, это тоже его рук дело, скажем так. Это он совершал, он делал, да. Ну, вот просто чувствуется хозяйская рука, но рука с любовью. С любовью, да. Он очень такой талантливый, интересный человек, да. То есть его жена Зоя Филипповна, она тоже прихожанка нашего храма, певчая. Тоже хочется поблагодарить и сельского голову нашего, Добокранчанского сельского голову Драгуновского Владимира Викторовича, потому что он тоже очень много помогает. И в первую очередь, конечно, тоже хочется поблагодарить, здесь есть сельскохозяйственное предприятие, довольно крупное, Трайгойн Фарминг Групп, оно называется. И, то есть, руководитель этого подразделения Доброкраянчанского, он тоже очень тесно, Шевченко Александр Александрович, он тоже очень тесно общается с нами и очень сильно помогает. Конечно, без их капиталовложений, без вливаний, вы знаете, какие сейчас дорогие стройматериалы, как это все непросто и сложно в наше время, то очень большое спасибо ему, руководству этого предприятия, что они так нам помогают. Дай Бог, чтобы это так было, и пусть Господь благословит их. Также хочется поблагодарить и всех прихожан наших, и Татьяну Степановну, и Татьяну Однокос, и хочется поблагодарить и Ксению, и очень-очень многих других, скажем, прихожан, которые нам помогают, потому что, знаете, община в селе – это как бы ядро, это центр жизни села. Вот здесь вот сердце, вот здесь душа этого села. И слава Богу, что это, знаете, сердце, вот, оно бьется, и оно как бы бьется все лучше и лучше. Как бы, то есть этот организм, он развивается, скажем, вот организм прихода, организм религиозной общины, и он развивается. И слава Богу, чтобы так и было. И очень хочется пожелать, чтобы в наших всегда царил семьях, в наших храмах, в нашем обществе украинском всегда мир и любовь царили, которые начинаются с сердца, не из внешних каких-то проявлений, а все из сердца. И все плохое, и все хорошее, как говорит словами Христа, оно же из сердца исходит. Не оскверняет человека то, что внутрь входит человека, ибо оно извергается вон, сказал Спаситель, а оскверняет человека то, что из сердца исходит, потому что из сердца исходят дурные помыслы, воровство, грабежи, прелюбодеяния. Поэтому наша задача свое сердце очистить, наша задача свое сердце приблизить к Богу. А как сказано, как вчера был день памяти с твоего посланного листа Иоанна Богослова, Бог есть любовь. Он сказал в своем послании, в первом послании. И как он сказал еще, что очень метко, очень замечательно, что как ты можешь любить Бога, которого не видишь, если ты не любишь брата своего, которого ты видишь. Наша задача на этой земле – полюбить брата своего. Особенно следуя стопами великого нашего покровителя, нашего Николаевского края, святителя Николая Чудотворца, день памяти, который сегодня празднуем. У нас, кстати говоря, в Николаевской епархии практически 12 храмов, 12 храмов, это очень много, освящены в честь в народе так называемого Николы Летнего, то есть в честь принесения мощей святителя Николая Чудотворца из города Мирликийский в город Бари. Так что вот один из храмов вы видите сегодня перед собой. И все здесь сделано с любовью, отец Андрей, вот сразу видно. Но я смотрю, вот здесь забор, например, а вот там еще, наверное, и нет забора, да? Это все еще предстоит его строить. Ну, как сейчас, это всегда нелегко было церковь строить? Ну, как это, церковь строит очень, народ, очень, да? Народ, да. Ну, во-первых, знаете, конечно, сложностей очень много. Потому что, вот видите, забор недостроенный, мы не можем пока найти денег. Если мы, вот, допустим, зайдем, вот это, да, как фасад, да, как манишка, да, как манишка, как, что такое манишка? Это подобие рубашки, которая, короче, у человека не было приличной рубашки, надевал манишку такую, скажем так. То у нас как бы фасад есть, а, так сказать, тыловая сторона у нас уже не очень приглядная, потому что тоже не хватает денег, как бы. Конечно, это все сложно. Но, знаете, вот крыша у нас тоже течет. Она уже, в принципе, эта крыша, она уже негодная. Ее надо менять, потому что только снег, только дождь, все сразу в храме. Потеки, как бы вода отваливается, штукатурка падает, как бы скажем. Но это тоже довольно большие влияния, большие деньги.
как бы, да. Ну, хочется обратиться, так скажем, к людям, которые помогают храмам, потому что не скудеет рука дающего, потому что святитель Николай Чудотворец обязательно поможет любому человеку, который благоукрашает, благоустраивает его святую обитель. Но мне кажется даже, что святой Николай Чудотворец направляет людей, которые могут помочь и показывает им, вот, хочешь делать добрые дела, пожалуйста, вот забор, вот крыша. Ну и таких дел, конечно, очень много. В принципе, судя из всего, отец Андрей, нам некогда скучать, потому что очень много работы. Очень много работы. Много надо успеть сделать добрые дела. Да, тут, понимаете, тут очень важно, что понять. Надо понять, что все, вообще все, не просто что-то, а все, 100% существования человека на земле, оно начинается с молитвы. Молитва. Молитва – это преображение материи. Молитва – это призывание благодати Святого Духа на душу человека. Молитва – это выход из этой юдоли земной, из этого круговертия, скажем так, выход в иную совершенно реальность, как сказано в святые отцы, в пустыне свою сердечному для приближения к Богу. И когда есть молитва, когда служатся более-менее все важные и нужные церковные богослужения в храме, тогда вот ты чувствуешь эту поддержку божественную, и ты чувствуешь эту благодать Божью, потому что, как бы, когда храм стоит пустой, как бы, зачем Богу его созидать, да? То есть Бог не в рукотворенных храмах живет, сказано. То есть храм нужен не Богу, а храм нужен нам, нам, чтобы мы были ближе к Богу, и тогда Бог там поселяется, потому что Он видит наш труд, видит нашу эту усилие, движение в душе к Богу. И когда вот это происходит, все начинается с молитвы. Когда есть молитва, то оно как-то все невидимо созидается. Знаете, как был такой мультфильм интересный про Василия Блаженного, когда он там денежку собирал и бросал потом эту денежку. Там показывает, что денежка невидимо по воздуху несется. А эта денежка потом показывает следующий кадр, а это ангелы ее несут. То есть всегда вот чувствуется вот эта невидимая ангельская рука. И чувствуется, знаете, во всем как-то чувствуется предстательство святителя Николая. Во всем. Однажды мы были с прихожанами, подготовились к храмовому празднику. И вот я как-то зашел, был храм уже пустой. И он побеленный, такой чистый, нарядный. Знаете, вот сельский такой хороший, чистенький храм. И ты заходишь в него, и я так как-то стал, и так про себя только подумал. Думаю, Господи, как красиво, о, как хорошо, как уютно, как красиво. И вдруг в этот момент залетает воробушек в храм. И он как бы облетел полностью всю церковь по периметру. Облетел где-то минут, секунд 20-30 полетал и вылетел. И вот ты стоишь, конечно, знаком нельзя верить, и как бы приметам тоже нельзя верить, но у тебя вот этот момент... На сердце стало теплее. На сердце стало теплее, вот вы правильно, Наточка, говорите, на сердце стало теплее, да. Отец Андрей, и мы сегодня были свидетелями того, что жители Доброй Криницы любят свою церковь, потому что на литургии, которая служилась утром, было много людей. Да, слава Богу, с Божьей помощью, конечно, хотелось бы, чтобы больше людей ходило. У нас вот эти вот наши области, Николаевская область, для них характерна такая некая традиционалистичность. То есть мы приходим только по большим праздникам, да, скажем так. Но в общем-то в Доброй Криднице очень хорошая духовная атмосфера. Здесь есть духовное развитие, здесь люди есть, это духовное прилежание, дай Бог, чтобы оно было так и дальше, потому что это, как уже повторялся, сердце сила и душа сила, и в нем чувствуется жизнь. Здесь и растет громада, здесь очень хорошие, добрые люди живут в Доброй Кренице, они хорошо помогают храму, и они как бы чувствуются, как они, знаете, вот скажем, тянут, вот как впряглись и тянут вот на себе. И это очень-очень благотворно и очень хорошо. Поэтому, скажем так, здесь хорошее село, здесь хорошая громада, которая помогает храму, которая стремится все-таки жить в Боге. А это очень важно, чтобы люди старались жить в Боге. И дай Бог, чтобы оно развивалось так по ступенечкам. Чтобы люди осознавали, что как бы ищите прежде Царствие Божие, как сказал Спаситель, а все остальное вам приложится. Все остальное приложится. Самое главное нам искать Царство Божие. Ведь вы посмотрите Ветхий Завет. Евреи были с Богом,
они процветали. Евреи отпадали от Бога, на них обрушились язвы моровые, войны, глады, пагубы и так далее, и так далее. Так если мы будем с Богом, мы будем процветать. Будем процветать душевно, будем процветать телесно. Главное, чтобы мы были с Богом. Я желаю всем николаевцам, и включая доброкрайчанцев, и самому себе, и вам, желаю, чтобы мы оставались с Богом, потому что Николаевский край, он имеет такого великого покровителя, как святителя Николая. А среди святых он считается одним из самых скорых помощников, потому что чудеса его бесчисленны, и помощь его бесчисленна. Очень много можно приводить примером, очень много. Этому надо посвящать отдельную передачу, прямо как он помогает. И эти помощь, она не оскудевает. То есть он продолжает помогать, оно продолжает совершаться, эта помощь. Просто желаю, чтобы мы все призывали молитвы на предстательство святителя Николая. Святитель отче Николая, моли Бога о нас грешных, об этой весе, о всей нашей Николаевской области и о всех нас грешных. Отец Андрей, будьте добры, когда был крестный ход и после литургии звонили колокола, телезрители. Вот обратите внимание, какие замечательные колокола в церкви святого Николая Чудотворца в селе Добрая Креница. Но это как, голь на выдумку хитра, да, отец Андрей? Знаете, да, Неточка, хочется сказать, что это произведение вот нашего вот мастера Нечипора Валентина Валентиновича, мы уже о нем упоминали. Ему очень сильно помогал Сергий. Но Сергий, тут у нас тоже есть прихожанин такой. Ну и много очень помогал тоже вот Шевченко Александр Александрович. Также, да. Хочется поблагодарить также и Валерия Ивановича Шевчишина за помощь. Тоже очень много он нам помогает со своей женой Верочкой. Дай Бог им здоровья. И хочется сказать, что вот это пример того, что как бы Богу угодна всякая молитва. То есть наша задача, знаете, вот славить Бога всем. И газовыми баллонами, и что, но мы исторгли, они, добрая Креница исторгла из своего сердца все то хорошее, что она имела. И она вложила вот в эту, как бы, скажем, зримую симфонию, да, которая есть, как бы, эти колокола. Так что это тоже, это слава Богу, знаете, это слава Богу. Так что дай Бог здоровья людям тем, что они построили, потому что кто-то славит бронзой многовековой, кто-то славит там многопудовыми колоколами, которые сотни там тысяч стоят, а кто-то славит вот такими, что, на кто это. Но это может быть тоже для Бога очень-очень важно, потому что вспомним лепту вдовицы, да, две, много клали, много, да, в сокровищницу, но положила вдовица две лепты, две маленькие монеты, и Господь сказал, что она положила больше всех. Да, и мне кажется, что все-таки вот именно эти колокола даже, но они такие совершенно золотые, пусть они баллоны, но они тоже славят Бога. Тоже славят Бога, да, совершенно верно, да. И мне кажется, что до Бога достигает их колокольный звон, достигает. Ну, Бог слышит каждый вздох. Каждый вздох. То есть Он слышит все, и молитву ребеночка, и как мы молимся, и все. Он просто, ему важно наше внимание. Ему важно, чтобы мы что-то ему дали, дарили кусочек сердца. Ему не надо камень, ему не надо металл. Ему нужно, чтобы мы обращали на него внимание. Как родителю надо, чтобы ребенок на него обращал внимание. Не больше не отворачивался спиной, не делал вид, что его нет, этого родителя. Но что он есть, чтобы любил его, да, как маленькие дети. Мы вот начали с детей и заканчиваем детьми, да, как маленькие дети. То есть мы по отношению к Господу, мы все дети. Отче наш, и же и Сын на небесе, то есть Он наш Отец. Так давайте будем оставаться благодарными и любящими детьми. Сьогодні, друзі, ми з вами побували на святі святого Миколая Чудотворця в селі Добра Криниця Баштанського району Миколаївської області. І я сподіваюся, що ви і відпочили, і пораділи разом з нашими героями. Щодень завтрашній нам готує. Почуємо зараз. Я, Аня Тарашевська, прощаюсь з вами. На все добре. 31 травня, цей останній день травня, православні християни відзначають велике дванадесяте свято Святої Троїці, яке вважається днем народження православної церкви. А наступного дня, 1 червня, день Святаго Духа, радісний день, адже людство, за словом Писання, отримало Духа Втішителя і Захисника –